Вот мы опять на нашей фазенде. Что мы сегодня сделали? Сегодня копали, раскидывали. Вот. Обрамили эту сторону немного. Вот и самое главное у нас, мы сделали клумбы. Новинка у нас будет. Такие клумбы разноцветные. Шестигранные, пятигранные. На любой цвет и вкус, высотой 200, где посадим цветы. Так, что мы еще сегодня сделали? Посадили 3 грядки картошки. Сегодня вот такую кучу не успели раскидать. Вот здесь у нас картошку посадили уже. Сегодня у нас 26 мая. Здесь будет тоже дорожка щебенки. Внутри у нас как все как обычно цветет и пахнет. Капельный полив работает. Все подвязано. Помидоры цветут. Запас воды. Все цветет. Так вот. Вот такие у нас грядки красивые. Там вдалеке шашлыки жарят. Цветочки. День прошел. Что ты, Наталья Алексеевна, сегодня делала? Картошку садила? Картошку посадила. Картошку посадила. Вот такая красота у нас. Теплица плюс 25. А на улице в районе 0. Пар идет изо рта, значит... Будет заморозок. Да. Есть хорошо. Вот. Но мы не боимся, у нас теплые грядки, теплая теплица. Все будет супер. А клумбы? Вот, звоните, если что. Пишите, заказывайте. Наши супер теплицы. Вот так вот. Ну вот. Все, всем пока. До следующих встреч.